Всем привет! В этом видео я расскажу вам о том, как редактировать меню в конструкторе. Сразу переходим в него и в открывшемся окне выбираем «Редактировать меню». В всплывшем окне отображаются все пункты меню с соответствующими ссылками. Одна из вкладок в данный момент не работает, потому что я убрала соответствующий блок сайта. Поэтому я удаляю ее, кликнув на крестик. Далее я хочу переименовать блок «О нас» на «Йога» и нажимаю «Применить». В режиме просмотра можно посмотреть на результаты. Теперь лишняя вкладка исчезла, а при клике на «Йогу» мы переходим в блок «О нас». Таким образом, меняя название вкладок, добавляя их или удаляя, можно менять навигацию по странице сайта.